Так, блоте. Гайди. Так, гайди записываем. Я напряжаю слоумит. Запусти мой стрим, поставь просто на паузу, чтобы зритель был. Мой стрим называется на это видео пакет Гайдес. Так, клип хвост. Принять. Подожди, вместится гайды от пакета. Все, подписался. А не, уже отпишемся. Гайды от пакета. А ты говорит, ты решал принять? Так. Подожди, сейчас примерю мешок. А? Вот у тебя два человека смотрят. Ты там что делаешь? Слышишь? Андрей, подождешь 5 минуток, я отменю поиск. По-моему, я сейчас маску смогу сделать, походу. Я сделал как у этого рыбокопа. Жди. Так. Анонс рыбокопа скоро. Что, игра настроить? Как настроить? Да вроде все. Так.
все. Так, подожди, сейчас на стрим. Так, устройство. Все, готов. Стрим можешь включать, смотреть. Ты давай, ты модератор, так что смотри, что. Какая-то для вас как плохая. Нормально. Самый обычный пакет. Так. Все, гайдик. На сегодня один гайд только. О, уже началась игра. Мы здесь вот. Это просто пуджа? Можно здесь спать, пуджа? Так, гайд на Буджа сегодня. Гайд на Буджа. Ребят, я могу, конечно, проиграть, но просто из-за того, что они возьмут ЛС. Ну, если он там нормально все будет делать. Так, где у нас Пудги? Пудги. Берем и тащим. Не, ну сегодня был шанс, конечно, записать, но я отказался. Но все равно. Вот. Вот, где Будж, вот он Будж. Вроде было бы все ок, но мы проиграли, просто алхимик бомж был. Ну ладно. Я не расстроен. Так, делаем вот такой вот закуп. Это Дэнди закуп, я привык. Ну, мне нормально. Так, все. Делать вот так вот. Блин, да, конечно, не как у Дэнди, но мне такие нравятся. Так. Я готов. Так. Андрей, ты здесь? Андрей. Здесь, здесь. Напиши Лёхе мой стрим. Зачем, блядь? Пусть смотрит. Пиарю стримчик. Так, от зрителя было 4. Ну, пока, наверное, не началось, они отключили на пару времени. Ну, пока немного времени. А кто на совет пойдет? У нас Николас. Ладно, что. Че, ты с суппортом хотя бы? Да, вроде с суппортом. Да, с суппортом пойдешь. А ты можешь заткнуться? Да, скажи, пожалуйста. Иначе его услышат на мою трансляцию. Я нормально слышно, да? А? Я нормально слышно? Тебя да. Так, у нас антимаш с топориком. Пока фармим. Первый темп батла, дорогие зрители. Опс. Так. Так, у Луна первый, у меня второй. Это хорошо. Ой.
Смерть тебе. Знаете, пуш хорош против Ланая. Вроде если у нее дэмэдж будет больше, чем от меня. Ну да ладно, мы это стерпим. Итак, ребятки. Не видел хп у крипа. Что-то как-то все так плохо. Впервые. Скоро мы унизим Ланаю на четвертом левеле. На четвертом левеле, знаете, можно убивать. Нужен рот второго левела. Это главное. И просто убиваешь, идешь в наглую на нее налететь. Хотя можно и сейчас, смотрите. Смотрите. Вот, от меня ФБ. Вот так надо поступать. Просто идти в наглую и рубить. Знаете, я ошибался, можно даже на третьем левеле убить. На слева легко стоишь. А? Ну да, смотря против кого стоишь. Вот мне друг тоже подсказывает. Загинала. Ну ничего. ФБ дал, это главное. Видите, она не может фармить, бичара. И закуп у нее тоже от бога. Кстати, ребят, надо будет, вот я смотрю сейчас на Луна. Надо гайд по Луна запилить. Но это будет завтра. Вы, конечно, терпение проявите. Не умоляйте даже. Так. Так что лучше ждать. Так. Сейчас ее еще унизим. Так, подождите, надо подхилиться, кстати. Вот с ботинком там ее точно унизим. Сларк пришел. Save me! Бросер! Ну что, ребят, как думаете, идти? Да, думаю, надо. Подождите, так. Она типа фармит. Спокойно. Ну, нихера не спокойно. А, ну размен, нормально, нормально. Это, ну, норма. Могу вам сказать. Так, нормально. Давай, сука, сдохни. Свил, блядь, пес. Кто я? Нет. Бизилку себе купи. Подожди, я от антимага убегаю. С ну талисманом у нас это тупая темпларка. Да, да, да. Он тебе сюда гонку купит? Наверное, второй даже купит еще. Так. Смотрите, гайд. Ну, гайд-то будет хороший, я думаю. Ну, смотрите, унижаю же. Унижаешь же. Мудила, обманула. Я думал, в другую сторону пойдет. Колледж. Так, пока тут сворачивался. Пропустил парочку крипов. Да, блин, не фарми, варлок. Ничего фармит? Да, стоит и фармит. Кстати, вот видите, смотрите, я даю хук. Он не дается, видите, я отменяю. Чтобы отменить, надо нажать на S. Только это надо делать резко. Надо бы гангать идти на топ. Тут у них вообще напряженка. Еще не затянули, да? Ой, Хускар! Царь, смотрите, смотрите, что творит. Бомжара тупой. Ну ничего, нормально, нормально. Так, вот что-то. Блин, мид пушит, ну ладно. Вы же знаете, если мид пушили, это, ну, для него это не такая проблема. Поэтому можно не огорчаться. Ты что, мид пушили? Нет. После уже скакоцует. Сейчас за ТП-шкой схожу в лавку и Фух, хорошо, что я изменял.
Верочка, дай станчик. Тихо, станчик. Все. Боже, капец. А, Верка. Ой, Верочка. Темпларочка пришла. Молочка принесла. Здесь кто-то? Каря. Бомжара! Не, ну, видите, такое бывает, конечно. Ой, хускарно. Бывает, и голодная обсирается. Да, мой друг правильно подметил. Так. Оу. Ну, песенку погромче, да, ребята? Сначала сама пробитая. Подожди, Андрей сейчас умит. Убил Наю и приду к тебе. Если я вообще убью. Убил. Все. Иду к тебе. Угу. Видите, дорогие Бейбис. Зрители? Смотрите, вы хукуете, юзайте рот, вот этот скилл. Надо максить хук. Вот. Вы, конечно, извините, английская дота, но это ничего страшного, вы понимаете. Ульту качаем. Вот это качаем после того, как промаксили первый и второй. Вот главное. Все, го-го-го. Так, подождите. Я отвлекаюсь. Давай, ульти вантимай уже. Я понял. Стан. Хорошо. Убьем. Куда он не попадешь? Кто я? Обидел тебя, ты, да? Только ты в курсе то, что... ребят, собираем ПТ. Знаете для чего? Понимаете, когда ПТ носили, вы толще, намного толще. Вас, ну, будет труднее убивать. Поэтому лучше ПТ. Подожди, ко мне кура свой там быстрее. Все, юзай. Ой, сори, отменил еще. Ребят, конечно, вот у меня сейчас ошибка. Надо чаще всего надо, ну, лучше таскать с собой ТП-шку. Иначе прилетел онлайн и убил, понимаете? Это отличный тем для пуджа. ТП-шка это вообще просто. Мне нужна кура. ПТ-шечка скоро будет. Леха говорит, что нас смотрит 3 человека, он. Я и ты. И что, я записываю это, я буду потом это на YouTube вылазить. Ну, Лёха, не глухой. Видите, ошибка. Ноги зрители. Ой-ой-ой, Верочка, хороша. Я думал, он пойдет. Видите, пришел. А-а-а. Натурный рубашка, крипов. Да. Ну, просто видите, да? Не знаю, тут покупать БКБ или нет. Там в основном. Там Ларка. О, сварки. Чё ты про чё ты говоришь? На БКБ. Ладно, короче, ставим сейчас холму. Сделаем какой-то... Ну, я думаю, БКБ... За, в принципе. Темпларочка сюда подойдет. Ну, смотрите, автоатачит. Тупая вообще. Ну, ворлок тупой. Стоит и фармит моих крипов. Давай. Мы его сейчас не спушим. Так, сколько стоит холма? На низ к вам ланая пойдет, скорее всего. Да. Мы ее примем. Только я ушел, слышь, я на топ иду. Бэк, файтинг. О, гоу. Ой, найс вообще. Да цепь ты, взять мудила боссаный. Зло ему то, что с ним играет топ-геймер. Ну стан. Который может же в любой момент подойти и добить.
видите, в каком дерьме мы оказались? Благодаря бомжей. Андрей, что я могу сказать? Команда, конечно, такие бомжей, которые фидят Ундайнга еще. Они что, вверх фидят? Ну, Ундайнга 7-2. Вертли 1-4. Смотри, фид. Это еще тот фид. Ладно, это просто гайд. Так, гайд по пуджу. Это лосплей. Лосплей Dota 2. У тебя с фармом вроде все ок. Да, да, я тоже так думал. Папа и Тали. По-моему, видел кого-то здесь, да? Тоже видел. Ты пробегал. Чуть его нету. И как-то не обратил внимания. Вот здесь ты фармил, и вот здесь кто-то приходил. Славченский взял хосту. В ботл. У него ботл. Ботл ботинок. Взял бы ботл, если бы, конечно, он был на меде, но, блин, так раз. Вроде не так. Неплохо. Оу. Топ свидел. Ладно, пускай добавит. Верка свидел, по крайней мере. Сварченский, по-моему, еще с этим, с Арканом. Ой, с Арканом, с Физами. Кто с Физами? Сварченский, по-моему. Даже сейчас посмотрю. Да, с Физами. Он что взял этот? ПТ. От того Сларка ХП мало. 800, у меня 900. У него левел на 9, у меня на 11. Кто не сотефил? Сейчас надо форстаф. Вот смотрите, форстаф нам нужен и просто гангать. Мне не повезло. Антимаг, у антимага что, ничего. Щит, топор и все, больше ничего. Видите, какой бомж. Я, кстати, сейчас правду говорю. У него даже ботиночка нет, там ни кольца. Боже, там файт. Где? Наверху. А, здесь же Сларк еще. Ну смотрите просто. Вот такое, ребят, бывает. Не бесит. Тут я Крэмби, конечно, зрители поднубил. Но ты меня не было рядом. Обещаю исправить. Воу! Ладно, подождем 12 секунд, еще один старый делаем. У Сларка 60 хп. Но я не вокер. Следующий гайд будет либо на темпларку, либо на инвокера. Пока гайды на мидеров. Так что, ребята. Видите, ланая фармит на 15 минут без даггера. Ну, не бич. Конечно, бич. Просто вялый бомж. Так, у Скара что, ничего. Так. У нашей... Луны нормально все пока. Ну, я так считаю. Кто на меди ВРК? О, шейка вам попала. Давай, у тебя форстаф есть? Даже примерно его нету. Даже почти нету. Видал, да? Угу. Она как бы, ну я вытягиваю, она потом как бы в полете будет ваншотом будет. Ладик, хочу с пушем. Да барабаны можешь заюзать. Буду их юзать.
Ладно, лосить тавер сейчас просто накоцаю. Блин, сори, я просто не ожидал. Так, ребятушки, нужен форстав. Фак. Что надо? Антимаг, видите, какой бомж? Морально опущенный бомж. Так, у Варлока ульта я есть? Я пойду наверх, нету. К вам. Вайт, Варлок, ульти. Я уже понял. Как ты догадался, то, что файт? Я вообще здесь все найс сделал. У них только один дайгер остался живых. О, лол, какой красный. Пушим. Спушьте вверх. А мы что и хотим? Варлок пытается фермить крипов. И у этого мудака получается. Пацан любит пофармить, походу. Потанчу пока. Чё, тем мало людей смотрят? Надо пойти позвать народ с других стримов. Алиастер, к нему зайдем. А, если ты так хочешь? А я к нему заходил недавно, да, вот к тебе просто сразу 5 людей зашло. А если сайс надо еще, что тоже туда еще три. Я недавно заходил, не помню к кому. Вчера вечером. Там мои сообщения удалили за секунду, как я только написал. А у некоторых стоит такие типа анти, ну как бы антиспам типа ссылки. Начинаю, ну да, просто да. Обычный ш. Ой, бог, просто выручка. Нет. Не было шанса, ребятки. О, я все самурят. Смотрим все, сколько здесь крипов много. Угу. Поэтому ты можешь его еще не убить. Ага, нифига себе, он все дэмэдж, конечно, сойдет. У меня крипы 100 корон нанесли. Ай! У меня, конечно, и бомж. Ну, ребят, держимся, держимся. Улетаем. Все. Видите, ТП-шка как спасает-то, а? Так вот, наверное. Идем заново туда. Кто взял Хускар? Забыл только голос, кто-то взял этот следит он пинг. На, еще до сих пор даггера нету. Хускар там, если что, санкционирует. Варлок, Луни. Бесит. Царь! Не убили. Зато без ульта псы. Тебя кто убил? Кричем. На низу там были Варлок и Сларк. Варлок, я вниз пушил. Ой, Варлок, Дес. Дес, Варлок, два деда. Бородатых. Ну, один усатый, другой бородатый. Коронка сейчас будет. На секунду. Май пирож. Сторона вверх. Да еще я мерз, там 10 секунд. Вышку спушите. Слушай, там дышь врока будет. У нас ворк ультануло это. А у нас ворлок ультанул здесь. А Веркл тянула в Стамбул. Я его убил. Видел? Чё деда не убил? Это... Она промазала, короче. Давай, Рошу, пошли. Ай, могла бы убить. Она промазала. Рошу, пошли. Погнали. Стан. Здесь мы быстро снесем. Давайте, я легко побыстро снесем. Было мне здесь еще взять крипа. Отойди. Ты шо? Хорошо убил, нормально. Бэкли, как можешь вообще?
О боже. Не надо ультовать. А, я не буду. Барабан, заюзай. Может, убежишь еще? Нет, уже не забыл. Там еще тропа. Как они задолбали. Все, главное, они что в рожь не успели снести. Круто, если я сейчас рожь снесу, то будет плохо. Ты зайди на мой стрим, а? То я нифига люблю. Ты зашел? Один человек. А, я на правду поставил. Подожди, мне надо... Может, это из-за меня? Вот так вот надо зайти, я думаю. Я просто через дэшборд. Ну я правда поставил просто и все. Но это Лёха смотрел, вышел, написал то, что это. Типа, нельзя, не хочу это смотреть. Не могу. А, это? Там типа за последние 7 минут попал хуком несколько раз. И топ крипов. Ну чё, охерел? Ну чё, серьезно так писал? Да. Тупой бомж. Рука, кстати, должна быть наверху. Я же хотел вот этот там быть. Короче, лучше буду фармить, а не в ганга тебе пушить уже. 90 крипов за 20 минут. Вот, я не знаю, у кого столько крипов нету. Даже у какого-нибудь бича будет больше. Который все тут играть не умеет. Опа-опа-опа, сейчас сверху отформим. Не форми только. Я просто в коцу. Смотри. Блин, одного только. Опыт получу тоже. Давай. Я думаю, где мой ферстаф? Он в куре до сих пор. А я подумал, что тебя вообще нету. Привет, Иса. А, подожди, я буду стабильнее, как склад. Если любовь целка, я и помашу любовь. Ну-ка, пыши свой язык и жопы. Ты теперь хочешь со мной дружить? Блять, еще бы. Ой, пойдем здесь спрячемся. Кто там из-за сварчанстве, сварчанстве? У него... Чё это? Да это даже закупом назвать нельзя. Антимага тоже? Антимага я знаю, это отдельная история. Пошел в харду с щитком, топориком и танго. Парень просто, наверное, по ПГДам играет. Воу. Чем я там вообще? Я на мало вам буду тут бомж. Хероще. Что, он тебя все расцветит? Да нет, в смысле, я про этого. Про Ундайнга. Ага. Он там, там был. Подожди, подожди, оставь крипов. Оставь, стой на месте. И вот этих еще бомжей забери, их не... Я не знаю, их вообще с 1000 забираю. Два с пятой ночи. Ну еще у меня Яша. Не, ну это еще с барабанами их, а мы это нормально. И Яшей. Ты стаки себе делаешь? Я уже нет. А что ты делаешь? О боже. Ребят, извините, конечно. Лёха, нас пушили.
что я тут, короче, здесь делаю? Перенервничал, испугался. А он бы меня и так убил, если чё. Все, у него нету этого. О! Если сайт сейчас стримит. Не знаю. Там справа есть. А, это тем более тебе говорил. Тебе антимага фарм. Зашкаливает. Да? Да. Энчин-то в стакой, а не обычный стакой. Мне надо было большого гриба получить. Да. Ну там успех большой. Но зато сдохнет изи. Первый стак сделаешь, сразу сдох. И то, может, так не получится. Я же подумал, что там сарка и меня убьют. Но там был здесь, только здесь был далеко. Вот, видите, да, и темы, Мити? Ой, сделали на старте. После них лучше, ну, если вас жестко прям пробивают, то лучше трасочку. Там потом огоним делайте. Вот, понимаете, да? Пойду сейчас так это сформулю. Может получилось, да, получилось. Да, два всего лишь. Делай больше. Ты сейчас сформулю, потом еще. Я экспу получу. Просто вот это лучше отойдем. Кто большого ударил по рынку? Ой, сори. Ну, залосить большого по всем. Я не хочу. А ладно, думаю, ты что, она не соберет дагер, и все-таки начала собирать дизель. Подожди, она пока закрепаем. Подожди. Блин, что-то вообще такой нубский хук какой-то был. Обычный вроде, нет? Обычный Даниил. Обычный Даниил. Ушла. Сарк, вот тут, вот тут. Видели ли? Все видели? Вот тут, здесь. Убежал на базу, давай хук. Думаю, Хускар еще подопрет. Мне 3000 хп. Да, полторы. Че, мы сейчас зайдем с бота, я буду подойти. Го. На что фармер, получили? Давай. Тебя к себе подтяну. Все, фаст пуш. Го. Давайте, я танчу. Приведи атаку. Я знаю уже. Арус, сейчас видишь. Таврус, вижу. То потом еще рапиру купит. Давайте другой лайн. Давай, иди там кой. Сейчас у меня еще манта пролетит. Если чем сейчас. Ну, еще не близко. А ты делаешь? Смотри, я на тебя перевожу, сейчас сам хилюсь. Потом тебя отхилю. Нормально. Так, сейчас. Ну, тебе, в принципе, не надо дать хилю. Так, ладно. Давайте, может, бэк. Ну, не эти люди. Да, легко будет дефить. Да, лучше отойти. Рулок ульту надо ждать. Лайт, вар, рулок. Вайт Големс. Надеюсь, так пишется. Надеюсь, да.
Олеся. Ой, блин, че я хукнул-то? На моих лесах сейчас кто-то фармит. Давай, короче, если ты русский, я тебя два раза форштапну. Пуш. Можно. Хорошо, воскрес. Я пойду сейчас пушу. О, БКБ прожал, эту херню прожал. Ты чё? Ты два пацана очень красные. Чё гонишь вообще? Сука, сфит. Ой! Идём на Рашу. Он жив, да? Да-да-да. Сейчас у меня просто собак есть один. Ой. Фармим? Да. Ну там и еще раз появляется, видно. Первый скилл. Сейчас. Кто-то хотел мой Айли спиздить? Нет. Когда фастафнул? Я специально даже не тыкал на решение, один раз просто нажал, все и бил. Да нет, там просто у меня кто-то фастафнул. Это винда была. Разжевывался, шлюха. Ну это можешь это, приманкой быть. Крипы спиздить. За тебя быть. Давай, погнали. Да вот, ой, тот на убиваем? Убиваем, убиваем. И вот спешу. Да-да-да. Изи. У меня столько золота. Я мочу, все, я замочу. Он пусть везде это мочит, а эту вышку мочить. Да блин, вот так и знал, то что так будет. Желтого не было. Так, ребят, это гайд, если что, так что... Вот. После этой игры скажешь мне, как на YouTube залить, ладно? Ага. Угу. Все, дизалька. Я даже не знал, то, что мы трон пушим. Все, сегодня одна игра с пакетом. Что не все обычные. Ну что, ребят, все. Это был гайд. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем пока.